Так, ну что, друзья, сегодня у нас 14 июня, до Экофеста осталось 16 дней, вот, и я думаю, что сегодня мы проведем с Алексеем чуть покороче вебинар. Алексей вообще полвторого, то есть через 25 минут едет на одно очень серьезное событие, я о нем сейчас остановлюсь чуть-чуть подробнее. Вот, соответственно, мы в Минске. Вчера у нас был совет директоров, здесь проходил нашего фонда Skyway Capital. Мы общались как раз со всеми топ-менеджерами головной компании, проводили совещание и с Тимом Эдуардовичем Косарева Надежды, была генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии», заместитель генерального директора Виктор Бабурин. Кстати, Виктор нам любезно разрешил сегодня вести вебинар из своего кабинета, потому что из кабинета, где обычно мы ведем, когда в Минске, Анатолия Эдуардовича Виницкого, сейчас там идет совещание, поэтому мы не проводим, а прям соседняя дверь, Виктор Бабурин, заместитель генерального директора. Вот мы сейчас находимся в его кабинете. Вот. Он сидит рядом, он вам еще два слова, я думаю, перед тем, как это самое, уехать на заседание Президиума Академии наук Белоруссии, вам махнет рукой. Вот. Алексей также едет на это заседание. Давайте тогда немножко подробнее об этом событии. Сейчас идет активная подготовка визита главы государства Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на Экотехнопарк. И эта работа сейчас накладывается на подготовку к Экофесту. Визит будет, скорее всего, после Экофеста, но сейчас идет активная чиновничья подготовка, и она, к сожалению, занимает сейчас много сил, времени, и в рамках этой подготовки приезжал уже не один раз президент Академии наук Беларуси. Были ряд визитов высокопоставленных чиновников, был заместитель министра транспорта. В эту субботу приезжает в Экотехнопарк вице-премьер, который отвечает за транспорт, министр транспорта, и будет уже такая выездное заседание именно уже в Экотехнопарке, где Юницкий будет делать доклад, показывать о возможностях Skyway применения в Республике Беларусь. Соответственно, чиновники будут, соответственно, изучать, смотреть это на месте для того, чтобы потом докладывать уже и готовить визит первого лица. Это всегда, друзья, очень хлопотно, тем более, что это накладывается сейчас на подготовку к Экофесту, который это для нас, друзья, это ключевое событие для того, чтобы показать нашим партнерам, нашим инвесторам, нашим акционерам именно то, что проделано компанией за предыдущее время, какая работа выполнена и что, какие планы ожидают на будущее. Поэтому это, друзья, еще к слову о наших друзей, вот этих вот, которые говорят, зачем построили дом приемов на территории Экофеста, почему этому уделено внимание. И вот как раз вот мы вчера, когда с Юницким обсуждали этот вопрос, вот тут приезжает вице-премьер, ряд министров, там, президент Академии наук, а где проводить совещание, в палатке, что ли, или на улице? Здесь сегодня не очень, в Минске там, по-моему, 14 или 15 градусов, идет дождь, поэтому не очень благоприятные условия для того, чтобы на улице презентовать Skyway. А в условиях, которые сегодня там созданы, это как раз достойное место, где можно принимать в том числе и президента страны. Вот, поэтому это уже мы проходили в предыдущем полигоне, который был в Озерах, выездные заседания, когда проводились выездные заседания Минтранса, МПС и Инженерной академии. И тогда мы проводили все это в здании администрации города Озер. Вот. На сегодняшний момент есть возможность принимать и проводить это уже в своих помещениях. И так, друзья, приветствую. Вторая попытка. Ничего страшного, слетел интернет, причем он разом во всем офисе пропал. Вот, поэтому... А, звук опять, да? То есть настройка звука слетела. Опять много. Попытка не пытка, правильно, Александр? Нормально, так сказать, это. Но
Давайте, я начал говорить про сегодняшнее событие. Сегодня в 1:30 Анатолий Дарович Юницкий, я нажал, включил запись, Алексей волнуется. Значит, давайте, так сказать, это я звук уже убрал очень сильно. Так, нормально сейчас? Так, тут сам. Все, отлично. Ну вот, сегодня будет президиум Академии наук и основной доклад там как раз по SkyWay. Анатолий Эдуардович к этому серьезно готовится, потому что там будут и уже научные оппоненты, и оппоненты с точки зрения Минтранса, который уже несколько раз давал сейчас отрицательное заключение на SkyWay и буквально... И буквально на прошлой неделе было два заключения, которые ушли в администрацию президента. Положительно и очень хорошо написала о SkyWay и о Юницком. И как раз даже было предложение сделать КБ именно научным подразделением Академии наук, что, в общем-то, очень здорово приветствовалось. И второе заключение, которое пошло, это уже от Минтранса, который в очередной раз написал, что все не проработано, все сыро, ничего нету, и вообще науки здесь никакой нет, и на уровне физики 6 класса, как обычно цитирует Юницкий. Но это, друзья, абсолютно нормальный такой взгляд, нормальный подход, потому что... Когда мы были на транспортной неделе выставки здесь, в Минске, и когда приходил вице-премьер, курирующий транспорт, министр транспорта даже не зашел к нам на стенд. Он встал на краю и стал кричать, что это все ерунда, это все не соответствует там, заявленным вещам, которые, говорится, и не соответствуют, которые сегодня нужны для Белоруссии. Это потому что он как... Поцитировал тогда, что он смотрел и читал репортаж в интернете. Наверное, он прочитал онлайнер, который написал тогда полностью такой пасквиль на SkyWay. Соответственно, вице-премьер непосредственно был, и сейчас он опять приезжает в технопарк, и здравомыслящие люди, они понимают то, что сейчас делается в Марьиной Горке, то, что сегодня делается инженерной школой, это сегодня крайне востребованная вещь, потому что сегодня заключаются контракты по всему миру, сегодня есть интерес по всему миру, и мы это, друзья, вам говорим не понаслышке, потому что вся команда сейчас практически разрывается по... не только разным там странам, и уже и разным континентам. Вот, поэтому после Экофеста будут опять очень такие длительные у всех, у Виктора Бабурина, и у Алексея Суходоева, вот они здесь напротив сидят. Вот, и я тоже сейчас уже доходит до того, что надо в разных местах быть одновременно в трех. Клонироваться невозможно, поэтому мы сейчас делаем очень интенсивные такие именно перелеты и очень встречи. И в основном, друзья, сейчас идут уже встречи с крупными заказчиками, с крупными инвесторами, с структурами, которые именно готовы и уже присматриваются к технологии. Все заработало, Андрей, Рыбака. Да, тут у нас наш IT-директор как раз обеспечивал связь. Вот, поэтому... Про Минтран, если сейчас говорить и по заключениям, можно привести такую историческую аналогию, когда предлагалось построить Транссиб в России, это в конце 19 века. Министерство тогда коммуникации Российской империи 18 раз давало отрицательное заключение на то, что такой транспорт в России не нужен. И только когда проиграли Крымскую войну, когда стало понятно, что на подводах можно снаряжать один крейсер в течение 3 Виктор тоже... Да, я поехал. Тогда вы... Здесь нет. Я тоже поехал. Сейчас подожди меня. Так, чат отключу. Есть звук теперь. Так, все появилось, друзья, да? Нормально, так сказать, но есть звук. Но тут, друзья, уже не технические сбои. Тут идут один за одним. Вот, так что
Вот, все, Анатолий Эдуардович поехал на призыву. Леш, ну ты тоже махни тогда хоть рукой. То есть уехал, то есть они поехали с Виктором Бабуриным. Вот, сейчас Алексей тоже вам покажется. Вот, а я, к сожалению, тоже через 20 минут вынужден буду закончить, потому что я выезжаю в аэропорт, выезжаю, вылетаю в Стамбул тоже для встречи с инвесторами. Друзья, всем привет! Так, ну все тогда. Ну все, давай тогда на связи, да. Пиши тогда в чат, как будет проходить заседание, хорошо? Все, то есть, друзья, поехали и Виктор, и Алексей, и вместе с Анатолием Эдуардовичем Юницким вот, на заседание. То есть будет это очень важный доклад. Это, я говорю, в подготовке именно визит Лукашенко. Там будет вице-премьер в субботу с целым рядом чиновников. Поэтому это как раз ну, такая очень-очень большая важная работа. Она, конечно, кает, и так Юницкий сейчас ну, выглядит довольно-таки усталым, потому что напряжение просто неимоверное, которое сейчас идет. И здесь мы чем помогаем, что можем, так сказать, это, но ряд работы, основной работы как генерального конструктора, конечно, за него никто это сделать не может. Друзья, поверьте мне, я пятый раз вот за месяц уже в Минске, в Экотехнопарке, поэтому я просто вижу, как сейчас, какой объем работ делается, друзья, это неимоверно. То есть, представляете, готовятся одновременно 4 машины подвижных составов, 3 путевые структуры, то есть тут как бы сказать, сколько одновременно делается работ, и, как вы понимаете, и есть сбои с подрядчиками, и есть сегодня некачественное исполнение узлов и агрегатов, где все это приходится сейчас, это же все делается с нуля, и при этом еще давит именно напряжение, что 1 июля надо это все показывать, то это, конечно, друзья, прям ну, неимоверно сложно. И то, что сегодня... Так, тут, да, друзья, давайте тогда про висячий, не висячий, так сказать, вы же понимаете, что это требование безопасности, мы много, соответственно, говорили, обсуждали, что есть требования, вот, я озвучил позапрошлой неделе, мы говорили о том, что и готовятся провокации, и огромное количество людей с точки зрения безопасности, и вообще, то есть, это все-таки испытательный полигон, а не демонстрационная площадка, сейчас она будет со временем, но очень много было там дебатов, и вчера, ну, как бы там, так, Анатолий Эдуардович вечером уже, ну, так, говорит, знаете, мы, конечно, подумали, что, ну, безопасность безопасностью, но, наверное, все-таки те, кто приедут к инвесторам, им очень хочется действительно увидеть, что это не макеты, а машины реально действующие, поэтому придумаем, скорее всего, как, ну, скажем там, и чтобы выполнить все требования, которые сейчас идут в безопасности, и в то же время, чтобы показать. Поэтому, друзья, я не знаю, как это будет выглядеть, я вам честно могу сказать, но что-то мне подсказывает, как любит говорить Алексей, что мы увидим реально машины в движении. Поэтому я, во всяком случае, на это очень сильно надеюсь. И вчера из разговора с Анатолием Эдуардовичем, когда он так хитро улыбался, вроде как, ну, когда сильно будут говорить, что мы повесили макеты, скажите, что все будет хорошо. Из этого я, друзья, сделал вывод, что, скорее всего, что-то как-то, каким-то образом будет продемонстрировано. Но, во всяком случае, я на это надеюсь. Вот. А реально... Так, друзья, секундочку, сейчас у меня теперь зарядка, у меня это мобильный компьютер, у меня теперь зарядка на компьютере села. Вот. Сейчас еще компьютер. То есть, ну давайте, друзья, то есть это не основная новость, которую, ладно, но это то, что кто-то хочет использовать, что мы показываем недействующие машины, что они не действуют, что, конечно, скорости больших при таких людях не будет, но то, что это реально живые машины, друзья, мы это, как говорится, все увидим. Так.
Вот, поэтому сейчас с точки зрения подготовки и интенсивности я просто могу сказать, что я вот сегодня почему не поехал. Да, здоровья и силы Анатолию Эдуардовичу, это, конечно, друзья, очень все давайте ему этого желать, потому что от него очень много зависит для нас всех. И с той интенсивностью, с которой он сейчас работает, это, конечно, друзья, дорогого стоит. И я давно его знаю, то есть 17 лет, и видел в разных его как бы ипостасях, в разных. И сейчас, как увеличивается интенсивность и увеличивается ответственность, я просто, я говорю, я даже не подозревал, что он может выполнять такой объем работы и настолько разноплановый. Поэтому это, друзья, тоже дорогого стоит. Сейчас, как я уже начал говорить, вся команда, мы вчера были с советом директоров, здесь и был и Володя Маслов, и Лариса Артамонова, и Нета, Ирина Волкова, вот Алексей Суходоев. То есть мы все как раз подвели такие итоги подготовки к КЭСТу, мы показали, какая работа сейчас делается. Вот, друзья, все очень настроено положительно, все растет, мы увеличиваем количество прихода новых партнеров, новых инвесторов, увеличиваются и уже инвесторы, которые инвестируют серьезные суммы, вот, то есть измерим уже с десятками, с сотнями тысяч, и уже сейчас мы уже говорили, что есть инвесторы на миллионы долларов. Вот, это как раз, друзья, вопрос с развитием проекта. И уже сейчас проектируется, друзья, это уже об этом говорили, и просто я сейчас своими глазами видел, уже идет проектирование скоростной трассы, то есть 22 километров, то есть уже сейчас еще и КФС не прошел, а проектировка уже идет, уже даже заказывается часть путевой структуры, которая готовится к изготовлению. Там, конечно, затраты, друзья, это все-таки 22 километра, это и построить надо ее меньше, чем за год, вот, соответственно, это существенно. Вот, поэтому по мере того, как увеличивается объем затрат, мы, конечно, по краудинвестингу, то есть той системой, которой мы сейчас работаем, увеличим свою интенсивность. Начиная с сентября, как я говорил, друзья, уже будет резко меняться и подход, и направление по работе. Мы очень серьезно так модернизируем и изменим систему работы и Skyway капитала, фонда, и, соответственно, самой головной компании, и вообще, как это будет позиционироваться. Работа ведется очень такая сейчас серьезная, и где-то к сентябрю, к октябрю она будет готова. Как я уже говорил, ведутся переговоры и активная работа с крупными фондами, и в том числе, которые хотят уже организовать вторичный рынок, который хотят выкупить обязательства, и те, которые будут работать с адресными проектами, это тоже, друзья, сейчас все активно делается. Вот, соответственно, если сейчас быстро пробежать, значит, на технопарке, что с моего последнего там приезда было, появился дедушка, который встал на свое место и уже готовится. Сейчас вокруг него облагораживается площадка, именно уже плитка, для того, чтобы можно было стоять, фотографироваться. Вот. И это действительно такая очень значимая веха, потому что там наши определенные бывшие партнеры, а нынче завистники и там, так сказать, те, кто уже поставил своей целью бороться с Юницким и со Skyway, они использовали фотографию с Дилом для того, чтобы доказать, что они к технологии имеют какое-то отношение. Вот. И это как раз мы подошли к мысли, что действительно надо этот ЗИЛ восстановить, действительно его надо поставить в музей, как деда Юнибайка и Юнибуса в современной, тот, который 17 лет назад продемонстрировал путевую структуру. И второй момент, друзья, что действительно те, кто является совладельцами интеллектуальной собственности, все, кто является действительно партнерами, все, кто будут на Экофесте, чтобы все могли с ним сфотографироваться. И всех, у кого будет эта фотография, друзья, это все партнеры, которые действительно сегодня участвуют в Skyway. Они те жулики или проходимцы, я бы назвал, или неудачники, точнее их назвать, те, которые присосаться к проекту, вот, используют это для своих целей. Но это, друзья, будет всегда. То есть сегодня мы уже видим, что в интернете появляются еще струнные технологии о том, что оказывается какие-то, я бы сказал, горе-изобретатели или просто воры пытаются примазаться к струнным технологиям. Вот. Это, друзья, тоже очень и очень выглядит, я бы сказал,
даже не забавно, а просто мерзко. Вот. И из событий, вот, которые будут в ближайшее время происходить еще до Экофеста, 23-24 июня, то есть на следующей неделе, то есть Виктор Бабурин, Надежда Геннадьевна Кусарева, Алексей будет Бадулин Кирилл, это начальник департамента именно экономики и адресных проектов. Вот мы будем все на транспортной ниве в Праге. И будет большой такой фестиваль, именно «Золотая колесница» его будет проводить. И там будут несколько номинаций с точки зрения инноваций в транспорте. И Skyway номинирован на эту премию. И я очень надеюсь, что, соответственно, команда Skyway получит этого инновационного «Оскара» или «Оскара в сфере инноваций» именно в Праге перед «Экофестом». Там несколько технологий есть номинированы, но все-таки лично мое никто не может встать сегодня рядом со Skyway, встать в одну линейку, потому что технология уже демонстрируется, все возможности, которые были задекларированы, они подтверждаются, и перспективы, которые сегодня есть, они, друзья, просто безграничные. Поэтому я очень надеюсь, то есть трансляции из Праги мы будем делать с Перископа, там будет моя презентация очень такая большая, мы делаем такой, ну, по согласованию как раз с Ратундарчем Юницким, с КБ, с командой, мы делаем доклад с Алексеем именно на тему перехода от мобильности 4.0 к 5.0, то есть мы первый раз в научной общественности требуем, что такое вообще 5.0, как мы ее сегодня реализовали и как мы ее видим. Трансляции из Праги тоже будут, будет и мой доклад, и Алексея, и Виктора Бабурина, и Глеба, Кирилла Бадулина. Вот, соответственно, все это мы покажем, все посмотрите. Ну и надеюсь, друзья, если все-таки сложится и мы получим эту номинацию, то, естественно, вручение будет в Праге, мы это тоже покажем в прямом эфире, нам будет тогда 1 июля тоже еще один очень хороший повод для того, чтобы вручить эту награду уже Анатолию Эдуардовичу Юницкому, как автору и генеральному конструктору струнных технологий. Вот, поэтому, друзья, будет очень интересно, там много встреч, готовится уже, там будет 3 дня плотной работы, и как раз параллельно мы с Алексеем еще и с нашим партнером Франтишеком Соларом мы будем проводить встречу с вьетнамскими активистами, с вьетнамской именно диаспорой, которая живет в Европе, там в Праге. Вот. И то, что мы готовим сейчас большую конференцию и большую программу работы во Вьетнаме. Вот. Это в начале августа мы туда летим проводить первую конференцию в Сайгоне. Поэтому интерес и сегодня к технологии, как я уже говорил, все расширяется и расширяется по всему миру. Я прилетаю в Прагу ночью 22-го, оттуда из Италии, у меня в Италии тоже будет 2 дня, это и Венеция, это и Верона, и Милан, там готовят уже встречу уже с крупными, очень серьезными инвесторами, то есть, друзья, здесь это уже бизнес, вопросы, когда будут результаты, буду рассказывать, показывать, говорить, потому что я могу о своих вещах говорить, потому что те переговоры, которые ведет Виктор, которые ведет Анатолий Эдуардович Юницкий, это, конечно, уже закрытая информация. Моя задача это подготовить почву, подготовить визит в экотехнопарк, и дальше уже идет заключение контрактов, идет, поэтому я веду предварительную работу, и вот сейчас для того, чтобы проводить презентации и встречаться с крупным бизнесом, вот я как раз делаю такие вот сейчас встречи, речи и именно в разных странах. В Италию до этого мне надо еще, я буду в Болгарии, и в Софии, и в Варне. В Софии сейчас готовится встреча Юницкого с премьер-министром Болгарии, там тоже обсуждается ряд проектов. Вот как раз в рамках этой подготовительной работы я буду в Софии, может быть, даже если все сложится, то будет встреча и с самим премьер-министром. В плане презентации, пока мы работаем на уровне помощников и министра транспорта, но есть очень серьезная заинтересованность, и я абсолютно уверен, что премьер-министр еще до конца августа посетит экотехнопарк, и мы будем обсуждать серьезные проекты на территории Болгарии и вообще все Балканского там острова, потому что это очень-очень, друзья, и очень важное, и очень
Так, в этом году пройдем все 15 этапов? Нет, конечно, друзья, в этом году все 15 этапов мы не пройдем, хотя бы потому, что 15 этап предусматривает уже начало скоростных испытаний. Вот. Поэтому мы испытания будут только через год. Другое дело, что источники финансирования могут быть несколько сдвинуты, потому что сегодня основной источник – это партнеры, это акционеры, кто приходят, это краудинвестинг и, соответственно, ту работу, которую мы с вами ведем через краудинвестинговые фонды. Вот. Начиная там, с сентября-октября мы ждем уже, соответственно, включения и крупных фондов, и, самое главное, заказчиков, которые будут заказывать и, соответственно, финансировать трасс. Поэтому за счет адресных проектов система будет меняться. Но тут про министра транспорта Израиля Катса спрашивает. Да, то есть согласование с его и аппаратом, и по то самое идет. Значит, договорились сегодня так, что Министерство транспорта Израиля будут на Экофесте. Вот, и, соответственно, после Экофеста, после этой демонстрации, вот, будет приниматься решение, когда Израиль КАЗ будет в экотехнопарке. Я тоже думаю, друзья, это до конца лета. Также у нас планируется приезд министра транспорта Монголии. Вот, это прям сразу после Экофеста, потому что он изъявлял желание вообще приехать на Экофест. Но все-таки после согласования решили, что наш праздник, фестиваль – это одно мероприятие, а посещение министра, который принимает решение о строительстве – это все-таки отдельное мероприятие, и это будем проводить отдельно. Поэтому там будет… Поэтому сейчас ульяновский губернатор… Нет, Сергей Иванович тоже не… То есть контакты с его замом, который, ну, которому поручено тактировать с струнными технологиями, идет постоянно. Но мы также договорились, что… То есть я же вам не раз говорил, друзья, что многие виды работ будут выполнены только прямо перед Экофестом, потому что Экофест назначили тогда, когда сводятся основные работы. И очень многое, что будет показываться, или оно еще будет только-только изготовлено, то есть не проведены испытания, не проведены, соответственно, доработки. Это все делается с изготовления, со стапелей. Вот, поэтому, естественно, что сейчас, когда обсуждался вопрос, когда будет приезжать Александр Григорьевич Лукашенко в Экофест, в Экотехнопарк, то Анатолий Иванович попросил это перенести за Экофест, чтобы это было хотя бы середина июля, чтобы было время доработать, время подготовить. Соответственно, на сегодняшний момент, друзья, мы же с вами обсуждали, что у нас мы показываем, и у нас 1 июля определена как дата. Мы ее постоянно там сдвигали, начиная с весны, потому что много народу, это праздник, и поэтому сдвинули на июль, когда будет гарантировано тепло, когда можно будет провести действительно фестиваль. И многие работы, как я говорил, по дереву целей были запланированы для того, чтобы их сделать к 1 июля. Вот. Какие-то работы закончены, какие-то работы в процессе, какие-то, к сожалению, друзья, не будут закончены, то, что было предусмотрено и было исполнено. Но все равно, друзья, то, что мы с вами увидим, и то, что это все равно намного, скажем так, больше, чем, ну, допустим, даже я ожидал в начале года. Соответственно, еще вчера, вот, когда был совет директоров, Анатолий Иванович показал еще планы уже на ближайшие там 2-3 месяца. Это начало изготовления уже специализированных юнибайков под определенные проекты. Это под перевозку леса, под перевозку литиевой соли. Это проекты, которые сейчас готовятся. Соответственно, и эти уже грузовые машины будут готовы где-то к середине августа. И под них готовятся уже проекты. Это непосредственно старт адресных проектов. Поэтому это еще будет расширена линейка вот этой легкой трассы. Соответственно, 200-400-200 пролета уже сейчас смонтировано, и мы с вами увидим на Экофесте эту готовую путевую структуру. Вот. И, соответственно, сразу после Экофеста начнется ее испытание. Это тоже, друзья, уникальная вещь. И что самое сейчас главное, начинается еще, уже проектировка идет полным ходом, и уже даже идет заказ часть комплектующих, и после Экофеста начнется строительство. Это элементы дороги для легкой трассы с углами 30 градусов. Сегодня после в Индии и в горных
регионах, там нужна путевая структура, которая может быть наклонной до 30 градусов. Соответственно, подвижной состав, он должен еще и по системе маятника оставаться всегда в горизонте при подъемах на большие углы. Соответственно, это тоже трасса сейчас проектируется и будет где-то еще до конца года изготовлено. Это еще, друзья, это вот когда задают вопросы там по этапам, по всем. То есть, друзья, когда вы читаете меморандум, вы смотрели там легкой трассы, и я уже сказал, 4 модификации просто не было предусмотрено. Там не было предусмотрено вот этих больших. Но все это идет в эти же сроки, и все это идет в эти же этапы, и все это, друзья, идет в эти же рамки финансирования. Поэтому это за счет оптимизации, за счет постоянной как бы улучшение и конструкции, и системы работы. Поэтому мы с вами тоже увидим то, что, скажем так, еще год назад даже не предполагалось. Вот. Так, задают вопрос, как решился вопрос с Литвой. Вопрос с Литвой решился естественным образом. Он решился так, как должно. Решение отменило все аресты на счета, отменило все преследования и все претензии, которые были к инженеру Юницкому и компании, которые в Литве работали, так что счета разморожены, средства оттуда выводятся, соответственно, никаких претензий у властей Литвы к лично Юницкому и к Skyway нет. Поэтому, друзья, это очень важное событие для нас именно перед Экофестом, хотя бы потому, что очень неприятно себя чувствовать, когда глава государства и, соответственно, там, определенные службы называют тебя неправильными словами. Сейчас все поставлено на свои места. Соответственно, все деньги, которые заморозили, они возвращены. И дальше, друзья, это не конец этой истории. А вот дальше те чиновники или те жулики, которые все это организовали, они должны за это ответить. Поэтому у этой истории еще будет, друзья, продолжение. Но уже с другой стороны, ответчиками и, соответственно, людьми, которые будут отвечать за то, что сделаны неправомерные шаги, уже будут определенные чиновники. И это тоже правильно, потому что за такие действия надо отвечать. Надо отвечать за вранье, надо отвечать за воровство и надо отвечать за клевету, за эти действия. Поэтому это тоже, друзья, определенные события, которые дальше будут проходить. Так, это то, что касается, Литвы. Вот, поэтому, друзья, так, теперь сегодня вечером и я, и Алексей мы будем в дороге, поэтому провести не сможем. Я хотел, Вячеслав поставил запись на вечерний вебинар того, что сейчас проводим, но с учетом того качества, как есть, я думаю, наверное, не стоит. Просто помните бы у меня Андрей или Вячеслав, когда комнаты вечерние откроются, все равно кто-то будет не в курсе, что отменили вебинары, туда зайдут, тогда просто ссылочку дайте туда на сегодняшний, на сегодняшний вебинар, пускай кто хочет, тот посмотрит, чтобы, такая работа плановая. Так, а какая сумма была разблокирована в Литве? Тут задают вопрос. Друзья, какая сумма была заблокирована, такая, соответственно, и разблокирована. Поэтому никаких потерь у нас нет. Так. Желаем Юницкому получить высшую номинацию. Ну, будем, друзья, надеяться, что все-таки именно в этой номинации на инновации в сфере транспорта Skyway займет достойное место. Вот, поэтому, друзья, я еще буквально там несколько минут с вами, и мне надо выезжать уже все в аэропорт, вылетать дальше, как говорится, по тому графику, который сегодня есть. Приходится очень сейчас много перемещаться, очень много встречаться, потому что останавливать работу ни в коем случае нельзя, ни на секунду, тем более, что интерес идет по возрастающей. И мне вот буквально вчера с Алексеем, уже когда после встречи с Антоном Эдуардовичем, уже поздно в гостинице там подводили последние дни, там определенные вещи там шлифовали. В этот момент звонок из Италии, что там еще один бизнесмен готов там прилететь в Верону для того, чтобы встретиться и, соответственно, там еще обсудить ряд вопросов. И вот такие как бы сейчас встречи и контакты, они идут постоянно. И Анатолий Иванович просто, всегда
Пускать нельзя, надо работать, потому что на сегодняшний момент, друзья, абсолютно невозможно сказать, какие будут результаты, какие контакты действительно очень результативные, а какие на сегодняшний момент просто трата времени, потому что люди все серьезные, которые включаются, вопросы обсуждаются очень большие, поэтому здесь на сегодняшний момент невозможно. Поэтому, естественно, берем пока количество. Чем больше презентаций, чем больше подготовить встреч для приезда в экотехнопарк, тем будет больше результат. Вот. А по количеству делегаций, которые сейчас вот мы смотрим, формируются уже вот до конца августа, это, конечно, друзья, очень существенно. То есть то, что каждую неделю, это точно, а есть дни, которые когда и по два, и по три раза в неделю уже идут делегации, которые смотрят технопарк, смотрят технологию и уже, соответственно, принимают решение, как продвигаться дальше. Вот. Хотя, друзья, конечно, мы не делаем никаких сейчас иллюзий по поводу... Основные, конечно, и финансисты, и основные заказчики, они придут тогда, когда уже все будет готово, все продемонстрировано, все будет готово в изготовлении и именно в производстве. И здесь тоже, друзья, тоже очень важно отметить, что производство сейчас готовится, что сейчас уже отрабатывается не только сама технология Skyway, то есть путевая структура и подвижной состав, а соответственно отрабатывается линейка производства, то есть оборудование, которое будет уже серийно производить путевую структуру и подвижной состав. Это, друзья, тоже определенное ноу-хау, это тоже определенная логистика, там будет использоваться только самое современное оборудование. Сейчас уже идут монтажи и испытания, это и лазерные сварки, и лазерные резки, и 3D-принтеров, которые изготавливают различные части, и вакуумная формовка, которая идет. Ну, в общем, много сегодня оборудования, которое именно выстраивается в линейку для того, чтобы очень быстро и дешево производить и путевую структуру, и подвижной состав. И это тоже будет совершенствоваться, тоже и как эталонный завод, который вот сейчас проектируется, для того, чтобы потом, исходя из заказов, его можно было масштабировать в любой точке мира. То есть, следующая логистика должна быть какая? Что мы получаем заказы на строительство, мы понимаем, сколько надо путевой структуры, сколько опор, сколько нужного состава, поднимаем, какие заводы, какие мощности под это нужны, и под это будет запускаться уже производство. То есть первое, конечно, будет изготавливаться в Белоруссии на том производстве, которое сейчас есть, ну а со временем эти заводы будут уже вставать по всему миру, в зависимости, максимально приближаясь к тому месту, где будет строительство трасс. Поэтому, если этот год мы испытываем и проводим эту путевую структуру и подвижной состав, то следующий год, друзья, это будет уже масштабирование производства, это расставление этих заводов уже по той логистике, которая будет привязана к потребителю, к производителю комплектующих. Это, друзья, тоже очень и очень большая работа, но, как говорила моя бабушка, дай бог нам дожить до этих проблем. Вот. Мы вчера тоже смеялись, когда Анатолий Иванович просто начал перечислять разом те проблемы, которые сейчас стоят. Начиная там от технологических, когда просто поставляют брак в металле, то есть как от этого избежать, вроде и европейские качества, и приемка, и контроль, но тем не менее, все бывает брак, и, соответственно, это накладывает на строительство. И, как я говорил, уже кончая там всевозможными задачами, связанными с проектированием и так далее, и так далее. Ну и там постоянно говорил о том, что сейчас резко расширяем количество конструкторов и проектировщиков. То есть это тоже очень такая серьезная работа. Надо и выбирать именно нужных качественных людей, которые могут выполнять работу. Еще много. Вот. Соответственно, там, по финансированию, по тем направлениям, которые идут сегодня, и какие можно было бы еще вести, если бы сейчас было еще там дополнительное финансирование. Вот. И я тогда смеялся, говорю, Анатолий Иванович, вспомните, там, 3 года назад, когда мы только запускали краудинвестинг, был вопрос, где найти первых конструкторов, где найти первую землю, так сказать, где это. Сегодня совсем другие задачи. Я говорю, что-то мне подсказывает, что через год, друзья, объем выполняемых работ будет на порядки, не на порядок, на порядки, друзья, больше. Вот. Ну и проблем тоже, соответственно, будет не меньше. Это естественный процесс развития проекта, это развитие становления корпорации, это вход в новые технологии, это, друзья, запуск просто очень серьезного бизнеса. И сегодня, по мере того, как к нам подсоединяются, скажем,
такие и уважаемые традиционные бизнесмены, как говорят о том, что все идет правильно, мы на правильном пути. И, друзья, надеюсь на встречу первого. Надо возить все, уголь, руда, лес, только не воду из нашего Байкала. Так бросьте вы с этим Байкалом. Если не хотите из него возить воду, не будем воду из него возить. Вот, так что это воды в России, тем более в Сибири, даже без Байкала более чем достаточно. Вот, так что можно так сказать. Так, Челябинску ура. Ну что, друзья, давайте я через 5 минут выезжаю. Давайте еще раз пожелаем удачи всей нашей команде и Анатолию Шиницкому сейчас на презентации в Академии наук. Вот. Хотя Анатолий уже проходил настолько огонь, там, воду и медные трубы, что, конечно, сегодня будет это просто единственное, почему это очень важно, там будут оппоненты, именно именитые оппоненты, инженеры и конструктора железных дорог и троллейбусов, которые будут, что и как Юницкий делает неправильно. Это всегда очень неприятно, но с точки зрения науки очень жалею, что я не попал на это мероприятие, то есть из-за того, что у меня накладка по перелетам. Но надеюсь, что Алексей нам все потом расскажет, покажет, и, соответственно, мы будем в курсе того, что будет происходить в чатах. Я думаю, тоже информация будет в прямом, так сказать, онлайне времени происходить. В субботу будет презентация для чиновников, там вице-премьеру, министрам, так тоже с Академией наук, тоже очень ответственное мероприятие. Вот. Поэтому интенсивность и напряженность, друзья, только увеличивается. И как результат, друзья, это адресные проекты, это заказы, это та работа, которую мы все с вами ведем. Поэтому я могу сказать, что по своим ощущениям настроение у Юницкого очень, я могу сказать, такое бодрое, боевое, хотя усталость, конечно, неимоверная. Поэтому будем прям настаивать, чтобы после Экофеста хотя бы на 2 недели Юницкий отключился от Skyway, от работы, чтобы спокойно половил рыбу, что он любит очень делать, и, соответственно, отдохнул для того, чтобы двигаться дальше. Потому что впереди, друзья, просто неимоверный объем работы, который делать. Это только первые шаги, которые сейчас реально делаем уже в реальном бизнесе. То, что мы делаем сегодня в реальных заказах и контрактах. А на следующий год, друзья, их будут тысячи. Еще раз повторю, будут тысячи адресных проектов. Но мы к этому идем, мы к этому готовимся, и когда мы это достигнем, нельзя будет сказать, что это случилось вдруг или это случилось случайно. Нет, друзья, мы ставили задачу создать технологию, продемонстрировать, сейчас мы к этому подошли. Мы сейчас ставим задачу запустить производство и тысячи адресных проектов. И это, друзья, только вопрос времени, когда это произойдет. Если у кого-то есть на этот предмет сомнения, смотрите 3 предыдущих года, друзья, потому что когда сегодня я провожу конференции, вижу людей, которые были 3 года назад на наших конференциях, я всегда задаю вопрос: друзья, вы ощущаете разницу, когда демонстрацию начинаешь с того, что показываешь юнибус, юнибайк, подвижной состав, путевые структуры, уже 5, которые строятся на экотехнопарке, когда показываешь контракты, которые сегодня заключаются, встречи, на каком уровне сегодня проходят. Это, друзья, все результат. Этот. Еще идет год, друзья, мы много чего увидим. Интересного, неожиданного, очень любопытного и для всех, для нас значимого, потому что для нас, друзья, все, это значит, что те инвестиционные пакеты, которые мы с вами формируем, инвесторами проекта, которого мы стали, обязательства, которые есть, они обретают цену, они обретают оборот, они обретают реальность. И вот здесь вот, друзья, я могу сказать, когда меня спрашивают, когда, сколько дивиденды, там что, друзья, я даже не хочу их слушать, друзья, я говорю, что скоро и много. А единственное, что я вам могу гарантировать, в чем я принимаю активное участие и вижу, это о том, что спрос на технологию, спрос на проекты будет только увеличиваться, и весь следующий год, друзья, это будет взрывной рост, когда все захотят строить Skyway. Все. Соответственно, мы будем уже реализовывать эту задачу, когда хотят все. Сегодня мы работаем в условиях, когда не хочет никто, потому что об этом мало кто знает, а кто знает, тот сомневается. Следующий год, друзья, будет другая задача. Будут все хотеть, но не все можно будет реализовать. Ну, друзья, на этой ноте тогда давайте мы с вами заканчиваем. Следующее, 21 число, друзья.
семинары, то он проведет. Но он тоже будет в дороге, он будет 22-го в Праге. Поэтому 21-го, надеемся, что у Алексея будет возможность, и он проведет и дневной, и вечерний, и юнискай вебинар для наших европейских партнеров. Я точно не смогу 21-го, потому что у меня весь расписан, и вечером я еще делаю перелет в Прагу. Вот. Соответственно, это у нас останется уже 9 дней до Экофеста. Среда перед Экофестом, 20 у нас получается, 7-е, да, число, по-моему, 28-е. Я постараюсь, я как раз в это время буду либо в Минске, либо в Москве. Вот, я проведу обязательно эти вебинары. Ну, а дальше, друзья, уже встреча 1 июля. Это уже, друзья, новая эра в Skyway. Поэтому спасибо за внимание, спасибо, что вы с нами. Истинная вам благодарность от Юницкого, потому что он вчера очень хорошо и разговаривал с нами, как с фондом, который сегодня является ключевой структурой по работе и по развитию именно, то есть ко всем инвесторам. Вы это сами все увидите, сами услышите, когда он делает свой доклад на Экофесте. Все, друзья, всего доброго. Строй Skyway, спасай планету.